Здравствуйте! С вами Светлана и Ёрочка Сомочка. Не поверите, как только включается камера, бежит запечатлиться. Да, скажу, ну люблю я камеру. Так, сегодня у нас видео покупки из магазина Fix Price. Только что приехала, на улице метель. Но я проезжала, не специально ехала в Фикс Прайс, а то скажете, воля-неволя, погода-непогода, едет Фикс Прайс. Нет, я просто ехала уже домой, заехала в магазин Фикс Прайс и купила покупочки. Все эти покупочки нужны. Не буду поднимать, потому что я еле-еле донесла. Пакеты у них были очень тонкие в продаже. Итак, первым делом я купила вот такие вот две сумки. Сумки хозяйственные. Я покупала как-то одну сумочку. Она мне понравилась. Я ее протестировала. Она в носке хорошо. Не порвалась ничего. Отличная сумка. Там были в серебряном, в золотом и в бордово-красном таком цвете. Ну, в золотом как-то мне не очень понравилось, в бордовом тоже. Ну, вот я взяла в серебряном цвете. 99 рублей. Если не носить в ней килограммами большими картошку, картофель, морковь и лук, то она будет служить, ну, долго. Если вы не будете ее нагружать под самые «не хочу». 99 рублей сумочка. А, кстати, я вам показала, это не отсюда, да? 99 рублей сумка. Затем я купила, так как мне был нужно моющее средство, мистер Кряк. Уже повторно я его покупаю. Брала, он мне понравился. Сантехнику отмывает на ура. Я ее уже сейчас, вот как приехала, только воспользовалась, попробовала еще раз, тот ли. Потому что, знаете, бывает, берешь потом повторно, да, Сомочка, а берешь повторно, уже как-то что-то не нравится. Перед тем, как снимать видео, я пошла в ванной, сделала уборочку. Все то же самое. Очень хорошая покупка. Затем я увидела шампунь, оттеночный шампунь. Мне очень он понравился. Я его брала в различных цветах, и он мне нравился. Еще бальзам я брала. Ультиме, Шварцкоп. Хороший, и запах у него приятный. Прям приятный. Ну, запах у него такой профессиональный. Хороший шампунь, только что-то он тут грязный. На полочках, кстати, пыльно. Выходишь оттуда, руки пыльные. Начинаешь их протирать салфеткой. Ой, гремит. Закончился у меня велор в черном цвете. Я его еще раз купила. Мне нравится. Литр. Ну, не знаю, мне очень нравится. И простирывает хорошо, и прополаскивается хорошо. Буду брать и в дальнейшем. Так, повторила я, у меня просто уже закончилась белая и черная глина. Там в пакетиках глина. Пользуюсь постоянно, потому что мне нравится. Вот, кстати, она у них сыпется. На тело, лицо, руки, ноги. Разводим, намазываем и смываем. Затем купила сорти бальзам. Так что я взяла алоэ вера. Мою посуду, смывается. Ну, мне нравится. И пена хорошая, и водой смывается под напором. Все хорошо. Так, нашла последнюю. В прошлый раз я брала такую тарелочку. Одна она была однёшенька. И в этот раз смотрю, стоит еще одна. Но вот я не знаю, почему по одной. То ли их подкладывают и их раскупают.
то ли где-то из загажников достают. Но мне нужно такие три. А у меня сейчас вот две. Очень мне понравился и дизайн, и форма не круглая, и материал стекло. Ну, прелесть. Тарелочка классная. Еще одну хочу. Еще нужна одна. Затем тарелочка 55 рублей. Ой, у меня там все-таки глина рассыпалась в пакете. Купила я вот такой вот ежедневник. Почему я его купила? Потому что мне понравился он в серебряном цвете с резиночкой, чтобы в сумке не раскрывалось. Не раскрывались странички, с закладочкой, чтобы я могла заложить. И такой, знаете, морозный рисунок, прелесть. Он еще так переливается. Такое впечатление, как будто на окошках уже рисунок мороз нарисовал. Здесь, что у нас здесь? Вверх ногами. В линию, просто в линию и все. Больше ничего тут нету. Но мне понравилось то, что вот можно заложить такой, что не раскрываться, и красивый очень, фактурный такой. Так, что я взяла еще? Я еще взяла вот такие вот, я их называю кокотницы, не знаю, как они называются правильно, у меня они кокотницы. Я такие уже приобретала, кому-то подарила, что-то себе оставила немножко, но вот в преддверии Нового года я еще вот такие вот подкупила. Да, Саманта подтверждает. Есть такое дело. Так, что я еще купила? Я еще купила так, одну, да, одну упаковку клея стерженькового для пистолета горячего. Купила я вот такие, уже вскрыла, посмотрела, скатерть. Так. Вот, доберись до нее. Так, сейчас покажу. Сразу скажу, что скатерть праздничная. Так, у нее размер-то где здесь? 182 на 137. Большая скатерть, очень большая. И разворачивать все не буду, потому что она большая. Вот такие вот зигзаги, интересный рисунок. Получается, что серебро, и на серебре более выраженное серебро рисунок. Зигзаг. Но хочу сразу сказать, она тоненькая. Тоненькая, но мне на ней не танцевать. Я ее застелю на стол. И как только, если она порвется, я ее сразу же выброшу. Но я думаю, что если... Мы, девочки, хозяюшки, будем аккуратно использовать ее. Все нормально будет. Так, она стоила 77 рублей. Вот такой вот салатник я прикупила. Я его... Вот все-таки рассыпалась у меня глина. Я его в обзорах у девочек видела. И я его хотела. Желала всей душой. Но у нас его не было долгое время, а потом он вот появился. И появился там что-то, наверное, салатника 3 стояло. Я его, естественно, взяла. Он выполнен, вот если будет видно, не знаю. Ой, пыльный тоже, кошмар. Выполнен он как, знаете, у кочана капусты лист снят. Здесь вот прожилочки идут. Такая прелесть, мне очень понравился и размер. Мне понравился прежде всего размер. Прям вот листик, листик от капусты снят, ну прям прелесть. Точно такие же у меня есть маленькие, прям маленькие салатники. С таким же точно рисунком. И я еще тогда, когда покупала эти маленькие-маленькие салатники, ну они, может быть, порционные салатники, скорее всего, или подварение можно... Вот, я еще думала, ну как же вот, почему же такого большого нет салатника? И купила, на мое счастье. Стоил он 99 рублей.
Фирма его изготовляющая известная, очень хорошая, качественная, он не тонкий, он не толстый, знаете, он не тяжелый. Это хорошо. Все, закончены мои покупки. Спасибо за просмотр. С вами была Светлана. Заходим, не забываем. Пока-пока.